Привет, меня зовут Алишер Еликбаев, я работаю на сайте chocotravel.com, мы продаем авиабилеты. Раз в месяц совместно с национальным авиаперевозчиком компании Air Astana мы берем случайных прохожих на улицах казахстанских городов и отправляем их в неожиданное путешествие. Сегодня мы решили немного изменить критерии поиска нашего героя. Мы разместили в сети Instagram объявление о том, что любой желающий сегодня с 6 до 9 вечера может приехать на эту сцену, выступить перед нами, и лучшего мы наградим этой самой поездкой. Лучшего будут выбирать вот эти три человека, да, то есть... Шауле, компания Air Astana, Антон, компания Choco Travel, и я, просто Алишер Еликбаев. Ребята, вы можете начинать уже свое выступление. Вы сразу в таком наряде пришли? Ну, почти, да. Ребята, мои друзья говорят, что я неплохо фотографирую. Я делаю это лучше, чем неплохо. Может, поем? Здесь слишком много людей. Я хочу в Монголию, в юрты. Загранпаспорт с собой? С собой. Удостоверение личности с собой? Залоги стоит. Пою песню, которая в свое время взорвала YouTube. Люблю такие виды, где идут путешествия, где ничего не подготовлено. То есть, есть билет туда и обратно, а на месте я уже начинаю придумывать. Вам будет с нами неинтересно, у вас такие звездочные отели всегда, массажи, еда. Это ну, вообще я знала, да. Что здесь есть какая-то замануха. Да, это не ваш профиль. Но... Извините, что так получилось. Есть одна проблема, вы гражданин Кыргызстана. Да? У вас паспорт кыргызский. Рад, вы рады, Поприветствуйте гостей из Кыргызстана. Объявление было повешено только сегодня, и человек приехал из Тараза для участия в конкурсе. Поприветствуйте, пожалуйста. Паспорт, удостоверение, бәрін алып келдім өзімен бірге, бірақ единственный купальник алған жоқпын. Купальник алған? Мега қасымызда ғой, сатып аламыз ғой өзіміз. Мне 16 лет, я пока что самый молодой и, наверное, самый амбициозный участник, надеюсь. Понятно. Можно чуть продолжить? Нет. Хорошо, спасибо. Вот, спасибо. Қайда барам деп ойлайсыз? Қайда барамыз бәрі бүгін? Осы халықтың көңілі өтірсен болды, маған шыға керек жоқ. Осы Choco Travel команды нет, а сыра становит самый вкусный обед. Красивые стюарды, качем за каждого кресла, весело летим, никому не тесно. А зачем вы сюда пришли? Во-первых, чтобы выйти из зоны комфорта своей, наконец-то. Вот, и чтобы полететь на море. Армандаған күндерай. Любите публику, да? Я вот хочу... Тоже из зоны комфорта выйти? Да. Куда полетим, если выиграете? На море. Вот все хотят на море. Даже на Каспийское, согласен. Даже на Каспийское. Все не так и все не то, когда твоя девушка больна. Ну, я читаю стихи под музыку. Ну, сейчас некоторые рэпом называют это. Ага. Куда полетим? Куда угодно. Талдыкурган? Можно и в Талдыкурган. Вы были в Талдыкургане? Нет, нет. Чудесный город. Я хотела бы поделиться хорошим настроением. Антон? Толиби. Толиби. Сауле? Алибек. Алибек. Наверное, впервые за историю нашей программы мы принимаем решение, что два билета бизнес-класса и участие в ролике принимают оба участника! Я надеюсь, вы подружитесь. Я надеюсь, вы подружитесь. Мы уже подружились. Уже подружились.
Блин, ребята, это реально что-то. 10 часов по горному бездорожью. Офигеть, просто устали. Ноги болят из-за того, что кочки. Пойдем, наверное, спать ляжем, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Очень приятно. Администратор, я сейчас вам покажу ваши номера. Все отлично. Спасибо. По правой стороне здесь находится санузел, душевая кабина. Это одна из спален. Здесь находится полуторная кровать. И еще есть спальня с двуспальной кроватью. А вот это таза. Да, у вас тараз есть такой? У нас тараз есть заповедник тоже. Он называется Ақсу Жабағлы. Біз бүгін міне Шығыс Қазақстан облысына Рахман Қайнарына келіп жеттік. Бұл жердегі табиғатты, енді мына сұлулықты сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Міне қараңыздар, жаңбыр жауып отыр. Біздің Қазақстанда осындай керемет жерлер бар екенін мен өзім шыны керек таңғалып отырмын. Керемет, сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Су деген тамаша. Бастық. Тауының суы. Мынау армандарды орындайтын тас екен. Армандарыңыз орындала берсін. Это отвар, фантовый отвар и пихтовое масло. Вообще, блин, классно. Керемет болды. Да. У них еще находится, получается, водопад. Сарпрамая. Чистая вода, да. Лед с 3000 метров вниз. Вообще, красота полная. Члены экипажа просто гребут вперед, чтобы у рафта была скорость. На Таудың суына келіп, керемет демалыс өткізудеміз. Табиғат керемет, ауа райы керемет. Горная ульбинка, рафтинг. Третья степень сложности. Настоящий драйв, вообще такого никогда в жизни не испытывал. Это сейчас еще тихо, мы еще можем нормальное интервью взять. Сейчас продолжится дальше и начнет нас трясти.
да, блин? Да, Алексей. Құрметті көрермендер, мен өздеріңіз көріп отқандай, біз бүгін Өскемен қаласындамыз. Бұл жердің табиғаты мен халқының қонақжайлығы бір-біріне үйлесімділік тауып тұрғандай, сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Қазақстанда осындай жерлер бар екен, біз әрине қуаныштымыз. Әр халық өзінің керемет жерлерін білу керек, осындай жерлерге келіп демалғаны дұрыс деп санаймын. Я не знаю, что осталось во мне от человека. Не вижу сны, одни лишь привычные силуэты. В поисках боли я не нашел для себя ответа. В поисках боли, как карта шрамы на моем теле. Эти строки и свои песни я написал в период, когда мне казалось, что я превратился в серую бездушную оболочку на фоне городской суеты. Ушкемен, Катон, Карагай, Рахмановские ключи. Эта поездка подарила мне возможность отвлечься от системы большого города. Вдохновение тут просто прет после проведенного времени в этих краях. Конечно, добраться до той или иной локации требуется очень много сил и терпения, но этого более чем стоит. Неважно, были ли вы за границей, любовались ли вы чужой природой или нет, советую каждому приехать сюда. Здесь очень классно, бешеная энергетика. И благодарю за это Чоко Трэвел и Эрстона за предоставленную возможность. У меня все. Всем мира.